Эти лихие всадники на конях поражают своей ловкостью и храбростью. Такое виртуозное управление лошадью и своим телом было необходимостью у многих восточных народов. Сегодня традицию джигитовки продолжают и в Казахстане. Раньше это было преимущественно военным делом, а сегодня – вид конного спорта. Продолжение ролика смотрите на канале НУР-ТВ Плюс по этой ссылке.